Деревья в Ульяновском зоопарке используют практически без отходов. Ветками кормят северных оленей, лосей и косуль, а также домашний скот, типа баранов и коз. Питательные вещества из хвои получают и некоторые виды птиц. Например, попугаи, курицы и утки. Прежде чем попасть в кормушку, каждая порция проходит обработку. То есть мы сначала посмотрим, осмотрим все деревья, насколько они подходят, не подходят. То есть чистые, грязные, есть ли там какие-то элементы, которые могут навредить животным. Потом будет проведен процесс, соответственно, очистки, ну, как известно, подготовки. И уже потом эти деревья будут предоставлены для тех или иных животных. Используют также деревья и для строительства укрытий фазанов. Все поступившие растения – бывшие новогодние украшения из Левобережья, которые доставила в зоопарк Ульяновская организация по вывозу мусора и отходов. Собирать хвою для зоопарка сотрудники компании будут до конца января. Населению предлагается данные елки очистить от мишуры, от елочных игрушек, от пленки, оставить, если это многоквартирный дом с мусорокамерой, около мусорокамеры, если это многоквартирный дом с контейнерной площадкой, то на площадке. И их не нужно засовывать в контейнер ни в коем случае, потому что таким образом уменьшается место для твердых коммунальных отходов, а разместить рядом. В прошлом году Ульяновский зоопарк получил в подарок 20 машин с хвойными деревьями. В этом пока 4. Как отмечает директор организации, связано это с тем, что в 2024 году хвойные красавицы в большинстве домов радовали глаз ульяновцев вплоть до наступления старого Нового года. Юлия Руднева, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.